Так, день добрый, друзья. Вот, короче, это самое. Сегодня у нас последний слой завершающий фасада. Вот до этого мы проклеили сетку, заармировали, нанесли базовый слой. Вот теперь гоним второй слой, он же завершающий. После этого уже там можно наносить, то есть грунтовать и наносить, или же караед, или же декоративный кирпич, кому как. В общем, как-то так. Вот здесь отсюда начали, потому что здесь это самое неудобно. Пришлось становиться на вот это вот дело, на сарайчик на этот. И все. Подсохнет там подсохнет. Так я не сомневаюсь. Начинает подсыхать. Через час можно грунтовать тут, да? Ну как только закончим, так и будем грунтовать. Вот, и теперь вот эта сторона. Тут быстрее, конечно, сохнет. Но тут вот мы только начали недавно. Я как начал снимать, Василий бросил работу сразу, не хочет позориться. Ну хочу позориться. Тут тоже протянем. Я думаю, еще часа полтора, а потом начнем грунтовать, да, Василий? Погода сегодня солнечная, но холодно, похолодало, еще и ветер. А может нам это... Начнем сверху. Да легко. А я дальше пойду. Да легко, Василий. Только вверх и буду. Я вот это только обожаю верха. Ну давай я полезу наверх. Не, да я полезу, что ты, я... Ну а что ты задрач? А кто тебя задрач? Так кто? Я ж тебе говорю наоборот, что я обожаю верха. Понял. Нужно там грунтовать. Ну грунтовать надо, не, куда? А зачем туда лезть? Ты же хотел подмазать там. Хотел. Уже не хочешь? Наверное, нет. Я понял. Блядь. Мозги мне проебал, блядь. Не, ну, я не знаю. Как скажешь, если хочешь. А ну-ка, подстрели. Слушай, там еще... Когда караеды наносить, он набьется. Сколько, блядь? Вполне проебал. А вы так вот совсем другое, да? Да, ну вот мы и закончили, теперь прогрунтуем. Наше дело маленькое. А там уже кто там что будет делать, может мы когда-нибудь. Без разницы. Это называется базовый слой, да, Василий? А? Это называется базовый слой. Что? Базовый слой! Вот как нас попросили, так мы и сделали. Остальное у нас мало кавыч. На этом у меня все. Всем пока. Спасибо за внимание.